В Баку состоялась церемония награждения участников благотворительной акции, посвященной детям с особенностями здоровья. На сцену пригласили депутатов, народных артистов и общественников. Отметили и директора Азербайджанского национального представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир», заслуженного журналиста республики Ильгара Пашазаде. Награду за него получил сотрудник национального представительства. Мы выражаем искреннюю благодарность всему коллективу телерадиокомпании «Мир». Особую признательность хотим выразить директору Азербайджанского национального представительства Ильгару Пашазаде за его постоянную поддержку благотворительных мероприятий. Ваша неоценимая помощь и освещение наших событий в эфире помогают делать каждое мероприятие незабываемым. Благодаря вашему вкладу эти вечера становятся по-настоящему особенными и значимыми. Завершился вечер концертной программой.